Музыканты из Англии и Швеции привезли в Челябинск космический барабан. Так называют уникальный инструмент «Ханг». Его лечебную мелодию артисты Дэнни Кут и Маркус Офф Бит сыграют и у нас в студии. Здравствуйте! Hello. Вот космический барабан, так его называют. Ну, в общем, понятно, почему. А действительно космический барабан именно так и называют? Многие люди называют инструмент космическим. Это действительно так. Он обладает волшебным звуком и поэтому получил такое название. А как вы его называете между собой? Ханг. Just Ханг. Просто Ханг. Понятно. А он тяжелый? Долго ли на нем учиться играть? Инструмент не тяжелый, вот как вы видите. Но чтобы начать играть на нем, конечно, это нужна практика, это может занять какое-то время. Но извлечь из него звук достаточно просто. Правда, что Ханг может производить такие звуки, которые излечивают? Есть ли мелодии, которые могут подлечить сердце, или мелодии, которые подлечат почки? Все, что я могу сказать, что за время нашей совместной игры, это около 5-6 лет, мы получили очень много отзывов от разных людей из разных точек планеты. И в целом отзывы следующие. Инструмент на самом деле обладает какой-то силой, которая способна расслаблять людей. Ну, то есть, как минимум, нервишки подлечить можно, понятно. А некоторые говорят, что этот инструмент может воспроизводить звуки, похожие на звуки гитар или каких-то других музыкальных инструментов. Это правда, и можете ли это продемонстрировать? Многие люди говорят, что звуки этого инструмента очень похожи на арфу. Но, конечно же, у инструмента свой уникальный звук. And then a scale that goes up and down the instrument. Волшебно. Для Челябинской программы мы сыграем акустический сет, и сегодня вечером мы выступим на проспекте Ленина 68 в банкет-холле «Атимо». Надеюсь, что вы не зря выставляли эти инструменты и прямо сейчас продемонстрируете, как они звучат вдвоем, и целая мелодия, надеюсь, будет, так ведь? Аплодисменты, спасибо большое, это волшебно, если бы я знал название чакр, я бы уточнил, какие раскрылись именно у меня. Спасибо большое, в нашей студии мы говорили о необычном инструменте ханг с англо-шведским дуэтом Ханг Мэссив. Далее выпуск новостей.